Книжки отличные вообще. И про животных, и про рыбок. Смотрю на работы по дереву. Тут все. Смотрим. Какая-то красивая. А вот баклажаны, кабачки и перцы уже скоро сажать. А вот посмотри, да, рукоделие такие. Смотри. Прелесть. Книжки. Она не ходит по магазинам, мы ей рассказываем, а что, сейчас снять, покажем, она выйдет. Куда вот эти вот штучки? А это вы не крем хотите подобрать или что? Да я вообще ей все смотрю и рассказывала, и для тела мы ей брали, и с питательной брали. Ну, одно дело мы берем, и так бы она выбрала. У меня, кстати, дома есть травы, которые летом засушивали. Я вот сейчас помню. Надо бы зайти заварить дома. А где там маски были питательные? Да ты просто все снимешь, посмотри. И в магазин не выкинешь. Смотри, какие, иди сюда, посмотри. Посмотри, какая. Тут еще и скидки по 20%. Нет. А вот, смотри, для ванны. Все такие большие. Мы пойдем на это. Посмотри, у меня здесь даже шишки лежат. На фоне. И паска заменила. Всем привет! Вы находитесь на канале у Натали. И сегодня мы приготовим с вами вареники по старому рецепту, который я нашла в кулинарной книге моей бабушки. Рецепт очень простой. Нам потребуется мука, кефир, одно яйцо, подсолнечное масло и сода. Я все эти ингредиенты положу, и будет тесто замешиваться в хлебопечи. А тем временем я вам покажу. Попробую смонтировать видео и покажу вам наши покупки. Все это я сейчас отправлю. Вот такая у нас штучка. Все вместе, неважно в какой последовательности это будет. Маслица. Сода. Мука, конечно, просеяна обязательно. Все, сейчас я это поставлю, тесто будет замешиваться, а я подключусь чуть попозже.
Вот такие покупки мы сделали вечером, вчера прошлись. Фирма это очень нам нравится. Натуральные масла, травы, экстракты, вытяжки. Так, может быть, свет включить, чтобы было лучше видно. Сейчас попробуем. Это я снимаю пробное видео. Попробую смонтировать. Такое молочко питательное для кожи лица. Маска для волос. Облепиховая. Вот вся облепиховая серия очень пахнет облепихой. Прям натуральный такой запах. Концентрированный. О, кот подтверждает. Тоже хочет поучаствовать. Облепиховый гель для локонов. Помогает держать локоны форму. Облепиховый скраб для кожи головы. Облепиховый бальзам. Шампунь облепиховый. Хорошая серия. Это дочка моя любит. Облепихи запах. Очень много облепихового покупаем ей. Молочко вот это мне. Это все ей. Все, что с облепихой. Вот. Кедрово-шоколадный скраб для тела. Ой, как он пахнет шоколадкой. Если не знать, вот просто дать понюхать, можно подумать, что это вообще съедобное. Да что ж такое, котик мой. Так. И вот шампунь. Это тоже мне шампунь. У меня бальзамчик еще есть. Вот еще шампунь докупили. Магазин очень приятный, такой хорошие продавцы, и все можно походить, посмотреть нормально. Все расскажет, подскажет. Мы сделали покупку, нам такие вот подарочки подарили. Крем для рук питательный. Крем для тела питательный. И масочка такая для волос. А, еще мы пошли, у нас снежная вьюга такая, холодно на улице. Зашли. А в магазинчике у них там чай на травах нам сразу предложили. Еще и стаканчики там нам чай как дали. Мы выпили. И стаканчики такие, они одноразовые, вот пригодятся для рассады. Такая покупочка. Еще мы зашли в книжный магазин по дороге. Тоже очень такой уютный магазинчик. Купили книжечку одну. Фотографии попробую вставить сюда или видео. Мы поснимали немножко на телефон для пробы, как у нас получится сделать видео. Сейчас попробуем смонтировать ролик. Будет наш первый пробный. Вот. Такие покупочки. Ну вот, тесто наше замесилось в хлебопечи. Сейчас мы его немножко тут помесим. На коврике. Конечно, если бы мы пекли хлеб, то мы бы его руками замешивали, потому что тесто любит, когда его руками месят. Ну, на варенике можно и в хлебопечке замесить тоже. Так, поделим, чтобы нам было более удобно, на две части. Дальше можно делать по-разному. Можно раскатать скалкой лист из теста и вырезать кружочки стаканчиком. Мы будем делать по-другому. Ну вот, примерно вот так вот у нас получилась такая колбаска. И режем вот на такие кусочки. Ну, смотря какие вы хотите, чтобы у вас были по размеру вареники. Ну, мы примерно вот так.
все. И потом вот так обмакиваем с двух сторон. И кладем. Обмакиваем. Кладем. В общем, так вот повторяем со всеми нашими кусочками. Это быстро. Тут не занимает много времени. Вот, у нас получаются вот такие кружочки. Дальше можно тоже, опять-таки, кому как удобно. Ну вот, покажу, у меня такая маленькая есть скалочка. Ее и как толкушку можно использовать. И раскатываем такие вот маленькие кружочки. Такие малюсики. Вот, раскатали такие лепешечки, дальше кладем картофель. Картошку я сварила, помяла, обжарила, лучок положила сюда. Вот, чтобы было более удобно залепливать, вот можно вот так вот немножко их сминать, скатывать, чтобы они принимали форму. Вот так прищипываем. Так вот, хорошенько надо прищипнуть, чтобы оно вот так вот было, когда вареник будем варить, чтобы начинка наша не вывалилась. Вот так прищипнули. Некоторые так и оставляют. Вот такие получаются вареники. Можно сильно заплести, но тогда будет этот край грубоват. Мы не будем сильно заплетать, но вот так вот немножко прищипнем. Вот так, чтобы все-таки было красиво. Вот такой вареничек получается. Сейчас еще сделаем такой вареничек. Слепим. Тесто очень хорошее, удобное, хорошо вымесили мы. О, какой красивый. А когда сварим, еще вкусный будет. Так. И защипываем. Просто побольше расстояния надо брать. И тогда то, что мы защипываем, оно не будет сильно толстым слоем и грубым. А также мягенькое будет. Еще раз. Самое главное, вот это вот, чтобы было хорошо закреплено, так вот аккуратненько сделали. Проверили, потому что потом, когда будет в кипятке вариться, чтобы ничего у нас не открылось. Такие краешек получится, тоненький, нежненький. Вот так. Ну вот. И с остальными точно так же. Можно не обязательно скалкой, если нет, можно вот так вот ручками сделать тоже. Видите, какой хороший получается. Вот, пожалуйста. Так, так, хорошо. Можно раскатать. Это уже как вам удобно. И точно так же все повторяем. Кладем вот так вот начиночку нашу. Их можно с творогом делать, с вишней. Это уже как вам захочется. Можно просто насыпать горкой, но когда вот так немножко формируешь рукой, более удобно тесто потом закрывать. Особенно, кто только начинает готовить, им, конечно, надо вот так слепливать, чтобы было потом удобно закрывать сам вареничек. Ну вот. Итак, мы поступим со всеми нашими вареничками. Я пока эту партию леплю, у меня уже стоит на печке кастрюля, чтобы вода нагрелась, и сразу мы могли первую партию закинуть вариться. Так, так вот делаем со всеми нашими вареничками. У нас еще вот какой кусок, так что всем хватит, будет вкусно. И опять точно так же. Можно помельче делать, это уже кому как нравится. Если помельче, будет более такое, смотрите, видите. Так. Мне нравится, когда больше расстояния отступает. Вот такой вот. Вареничек красивый. Ну все, сейчас я все наши варенички слеплю. И буду варить. Вот, дальше мы достаем вот такой шумовочкой, чтобы стекла вода.
И перекладываем в тарелочку. Или в кастрюльку. Потом можно маслицем, но это у нас сразу сейчас будут есть, я сюда положу сметану. Вареники варятся очень быстро. Вот мы размешали воду, она закипела, кинули вареники наши. Когда они всплывают, буквально там минутку, потому что тесто очень нежное. Вот если бы мы делали пельмени, там нужно крутое тесто замешивать, потому что там надо, чтобы мясо сварилось. А в варениках у нас уже картошка готова, поэтому тесто очень нежное, мягенькое. И приятно, их долго варить не надо. Сразу закипели, всплыли, минутку и достаем. Наши вареники готовы. Подаем их с маслом, сметаной и присыпаем зеленью. Всем приятного аппетита! До новых видео!